Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы поведем речь о молодых саженцах винограда. Что с ними делать, чтобы их немножко подрастить, как их сохранить до осени, если, например, у нас нет места посадки. Коснемся вопросов закалки. Всего понемножку. Итак, начнем с того, что у нас по какой-то причине получились слабенькие саженцы. Но мы бы очень хотели их высадить в этом сезоне, не очень хотим ждать до осени. И очень хороший и простой вариант – это выставить их в теплицу. Прям вот так вот в стаканчиках поставили. Бывает, что даже через неделю, через две уже мы видим эффект, уже мы видим рост и понимаем, что саженец вполне готов к высадке в открытый грунт. Почему это происходит? Ну, в теплице совершенно другой воздух и совершенно другая влажность. Вообще, скажем так, бич наших квартир, то, что очень плохо для молодых растений винограда, это сухой воздух. Даже если мы включаем увлажнитель, стараемся поддерживать эту влажность, не всегда у нас это удается. И часто вы можете встретить это, например, либо при покупке саженцев, либо если сами растите. Иногда это считают за трипсу. Вот такие вот штучки на виноградных листах, они могут быть даже так и порядком пожелтевшие, вот такие бугорки. Кто-то считает, что это трипса, кто-то считает, что это аэдема, то есть физиологическое расстройство. Точно определить можно только под микроскопом, чтобы увидеть, есть там насекомые или нету. В любом случае, это явление исчезает при высадке в открытый грунт, и бояться этого не надо. Ну вот смотрите, мой саженец, он простоял 2 недели в теплице. Обратите внимание, вот эти нижние листья такие страшненькие, вот они уже стали желтеть. И вот сколько еще у меня наросло за это время хорошей, чистенькой зеленой листвы. То есть пребывание в тепличке пошло винограду на пользу. Если у нас вот такие малыши, там буквально только стали почечки пробуждаться, высаживать в открытый грунт, ну, скажем так, рановато. Сейчас у нас середина мая, вот мы смело до начала июня, даже там до десятых каких-нибудь чисел, тоже можем подержать эти саженцы в теплице. Развиваться им в теплице будет гораздо лучше. И вполне вероятно, что как раз-таки к июню мы уже получим вполне нормальные жизнеспособные растения для высадки в открытый грунт. По уходу, что я здесь делаю? Они стоят там не на мульче. Мульча там раскопана, и там обычная земля. Сейчас я от стенки отодвинула, потому что были у нас ночные заморозки, чтобы растение не прихватило. А так я их прислоняю максимально к стеночке, таким образом. По стене с утра будет стекать конденсат и осуществлять полив вот этих молодых растений. Ну и там внизу земля тоже влажная. Помним, в стаканчике есть отверстие, соответственно, растение нормально набирает влагу. Ну, если что, очень сухо, жарко, всегда можно полить. Поливаю я просто землю снизу. Все, этого достаточно. Такой же способ, например, сохранения саженцев нам очень хорошо подойдет в каком случае? Допустим, мы купили саженцы, нам подарили, ну как-то нам они достались, либо там растили, но по какой-то причине мы не успели подготовить посадочные места. Может, у нас там стройка какая-то идет. Ну, вариантов может быть очень-очень много. Что делать с этими саженцами? Конечно, их с одной стороны можно высадить в какую-то грядку, если она у нас есть, в школку так называемую, либо можно поставить даже до осени. Иногда мы вот так вот храним наши саженцы, особенно если они слабенькие. Просто оставляем в тепличке. Хотя, конечно, развитие в стаканчике растения и развитие, ну, в более открытом грунте, в грядке, оно будет отличаться. В грядке оно будет гораздо лучше. Но если грядки нету, то вот такое вот оставление в теплице будет оптимальным вариантом. Если есть место в самой тепличке в грядку посадить, ну, у меня, видите, вот все засажено, но если есть место, например, в тепличке, то вот такие вот слабенькие растения можно посадить,
почти что, ну, скажем так, в открытый грунт, да, то есть в большую грядку, и развиваться там им будет проще. Но если мы планируем в ближайшее время что-то с ними сделать, например, там, ближайшие 3-4 недели, то можно вот так вот в стаканчиках их подержать. Даже если я храню их в таком виде до осени, я ничем не удобряю, ничего с ними не делаю, единственное, слежу за поливом. Несмотря на то, что я уже говорила про конденсаты, такой полуавтоматический полив, но иногда надо будет растенницу немножко помочь и увлажнить, если есть на то необходимость. В таком состоянии саженцы вполне смогут просуществовать весь сезон, при этом неплохо подрасти, нормально вызревает древесина. Дело в том, что корни уходят вглубь, в землю выходят из стаканчиков, ну, там находят себе пропитание. А если вы, к примеру, высадите в чуть большие горшки, ну, если вам надо сохранить по какой-то причине, да, нет пока места, где садить, еще что-то, можно высаживать в горшочки побольше, и таким образом даже в этих горшках можно получить плодоносящие саженцы. Ну, как уже сказала, показала, то есть в тепличке очень хорошо растения адаптируются, то есть вот высаживать в открытый грунт еще рано, держать в квартире тоже, им не нравится вот этот сухой воздух, ну, показала, что вот. Эффект заметен буквально за неделю. Насколько растение становится более веселым, более жизнерадостным, ну, это очень-очень видно. Значит, что касается закалки молодых саженцев. Если мы выносим в тепличку, ну вот в теплицу я вынесла вот эти саженцы прямо из квартиры. Ничего абсолютно на них никак не повлияло, хотя вывезли мы их 2 недели назад, когда было жарко и было хорошее яркое солнце. Ну, ничего им слишком не сделалось. Но если опасаетесь, например, то можно поставить какой-то белый лист, чуть-чуть их притянить. Что касается самой закалки, скажем так, приучения молодых саженцев к солнышку, потому что понятно, что как бы мы ни старались, в наших квартирах, в наших домах не будет такого освещения, как на улице. Есть рекомендации, когда мы выносим сначала в тенек, потом уже приучаем постепенно к солнышку, сначала на 10-15 минут, потом на 20. Ну, на самом деле, вот эта процедура, она очень длительная, очень трудоемкая. Вопрос, зачем? Ну, понятно, да, чтобы саженец молодой не повредился, но есть способ гораздо более простой. Я об этом говорила в прошлом году, когда мы садили молодые саженцы. Ну, рассказываю еще в этом. Значит, при посадке мы просто накрываем молодое растение спанбондом. Если это спанбонд тонкий, то 2 слоя. Если это плотный спанбонд, достаточно 1. Накрываем на 2 недели. Через неделю снимаем 1 слой, если это был тоненький. Ну, потом снимаем все остальное. Сейчас мы с вами откроем этот спанбонд и посмотрим, что там. Вот этот саженец высажен 2 недели назад. Ну, дело в том, что тут меняли место, было как бы очень неудобно, решили посадить сразу. Ну вот смотрите, какой у нас веселый и довольный, при том, что за это время были и пекучее солнце, и даже заморозки были, и ветра, и снег, чего только не было. Ну, растение прекрасно сохранилось и замечательно себя чувствует. Ну, пока еще погода не очень благоприятная, я, конечно, его прикрою, но по срокам, если бы все было хорошо, то уже можно было бы его полностью открыть. Смотрите, когда мы это делаем, именно такой способ условно закалки. Во-первых, мы экономим очень сильно свои ресурсы. Да? Нам не надо вот это высчитывать время, вот туда-сюда носить саженцы. Даже если вы покупаете закаленные, у нас тоже, я рассказывала, в практике такое было. Мы купили, нам сказали, что закаленные, мы их высадили, пришло очень яркое солнце, а в мае в некоторые дни оно приходит действительно безумно ярко и безумно пекучее. Наши саженцы сгорели на солнце. Конечно, они, ну, выжили потом, все хорошо, но задержка в развитии была очень сильная. Зачем? То есть либо нам надеяться как бы на то, что они действительно закаленные, либо пытаться их закалять самому и тратить вот это время на вынос туда-сюда, если проще. Вот взяли, накрыли. При этом, смотрите, вопрос ведь не только в солнце. Растение будет под
таким легким укрытием гораздо проще адаптироваться, потому что оно защищено не только от солнечных ярких лучей, оно защищено от ветра. Вот пришел небольшой заморозочек, и тоже оно оказалось защищено. То есть просто, надежно и быстро. На этом наше маленькое видео подошло к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на мои контакты и на каталог наших сортов винограда. И до новых встреч, до свидания.